Нет хорошего и плохого. Ну, мы же о чем говорим? Ну, смотрите все это как на целое, смотрите все это как на общее. Ну, какая разница, тот или тот или тот. Если ну, он... Вообще, нет, ну, вообще просто интересно, если говорить, Жванецкий, как бы, не все, не видите, не вижу, не вижу, а раз задорно. Ну, чтобы что-то, то ли перекрасится, то ли что-то, ваше мнение интересно. Ну, что за... Через него все равно идет информация. Идет информация ту, которую надо донести. Вот через интерес, вот через смех, через это, вот он дает эти вещи, скажем там, по словам, по этимологии слов и прочее, прочее. Си фильм неплохой снял об острове Буяне, да? Да, Рюгине, там, Руяне и так далее. То есть все равно, что он все эти дает. Потом, видите, у него возможность есть. Он смог приобщиться к этой информации. Как он дает? Ну, смотрите, как он это дает. То есть смотрите, что можно взять полезно, что не брать. Вы же, когда приходите там на рынок, там, это возьму, это не возьму. Оно же все съедобное, в принципе. Но вы что-то выбираете, то, что вам там по душе, то, что вам хочется. Вы же не пробуйте там все подряд, как оно есть. Так и тут. Спокойно к этому надо относиться. Тот свое говорит, этот свое говорит. А вы только себе одно. А у меня своя партия. Имел в виду даже поменьше про него, именно Задорнова, что его за, чем его колбасит, что его что-то понесло, то одно смеялся, то закрывал вот на, именно на тех, не браться, да. На сами шучек, а тут весь такой, хочет приобщиться или к Спасу, или что, он туда. Ну вот смотрите, включилась сила, да? Вот смотрите, поставьте себя на место Задорнова. Вы считаете его глупым человеком? Нет. А вот теперь смотрите, до него доходит информация. Система такая-то, объективная. Начинает идти такая-то сила. Если ты будешь продолжать вибрировать, мы тебе, блин, так повибрируем, что будет тебе и пора, и не пора. Вот и все. Человек просто понимает, что делать. Начинает сразу крен, начинает отрабатывать. Начинает чиститься. Это чистка идет. На чистку человека поставили. Он же публичный человек. Публичный. Мало того, зал там прочее. Идет воздействие на аудиторию. И это, конечно, идет. Но можно же за это и получить. Вот он сейчас понимает меру ответственности, начинает уже, вот в эту сторону крен у него пошел. А что, допустим, вы бы делали на его месте? Да то же самое. Если у вас есть мера понимания, если дошло наконец, что вот такая-то какая-то ситуация, и можно получить, люди просто не понимают, поэтому шкоду делают. Как только начинают понимать, что ответственность пришла, поют совершенно другим языком. Поэтому-то я говорю по делу Трехлебова и Глоба. Если только эти эксперты увидят против себя иски в судах, то он никогда ничего не будет писать подобного. Никогда, даже не полезет. Это же за деньги писал. То есть они создали специальное муниципальное предприятие. Получили... Вот в чем парадокс? Вот вы вдумайтесь только. Муниципальное предприятие экспертное, да? Деньги с бюджета, с налогов, которые платит русский народ, и за эти деньги его же имеют. Ну вот это как? То есть мы оплачиваем тех, кто нас вот, ну значит вот мы такие. К этому тоже нормально надо относиться. Ну на данном этапе вот так. Завтра проснемся, я думаю, что что-то изменится.